Майя, привет. Привет. Первая наша ночевка на Грибовке. Второй день на море. Как здесь здорово, вообще класс. Ощущение прекрасное, только очень-очень жарко. Майя. Майя. Всем жарко. Людей вообще практически нет. Пару человек. Только что купили, привезли арбузы и дыни в Одесской области, совсем рядышком возле Грибовки. Там, где Каролина Бугас, возле Днепровского лимана. Вот такие вот растут арбузики. Вот эти арбузики я пробовал, очень сочные. Дыни. Вот эти вот арбузики маленькие, вот такие вот арбузики. Они очень сладкие. Именно вот такого размера, но они очень сладкие. А дыньки, именно как колхозницы по виду, они такие мягковатые, тоже по вкусу. Очень пахучие, сладость в них такая, серединка. Не сильно сладкие, но вкус очень приятный, именно как ароматизатор какой-то, когда вы что-то кушаете, именно как дыни аж, такое отдают очень сильно. Ароматный. Еще купили креветки. Вот креветки по 157 гривен килограмм. Купили, уже сварили. Обалденные. Тоже, ну, размер, если так показать, размер вот палец. Вот так вот. Нормальный размер, как раз под пивко, так покушать нормально. Итак, по ценам. Дыни получились нам по 6, по-моему, да, или по сколько? По 8. По 8 гривен. Я уже сам забыл, много набирал разного. Арбузы по 5, это точно помню. Что такое по 5 гривен. Но это нужно тоже искать. Как бы в других местах и по 7 арбузы, и по 8. Это нужно смотреть, искать. И дыни тоже мы спрашивали 10, 12, 15 и выше. Всякие узбекские вообще по 50 гривен. В следующий раз постараюсь, когда подъеду на Баштан, там где они продаются, постараюсь все снять, как я покупаю, как... Все как есть в реальном времени. Морской пляжный комплекс Панама Сити. Все полностью сделано из сруба. Вот номера телефонов. Катаются детки на качельках. Сделана красивая площадочка. Там далее продают квас. И как ни странно, именно квас. Пиво я здесь не заметил. Это уже хорошо, пьяных будет меньше. А вы знали, что Грибовка была создана в 1791 году? И сейчас ее площадь составляет 4000 квадратных километров. Население ее на 2001 год составляло 450 человек. А на вот этом вот пляже происходил буквально пару дней назад чемпионат. Поэтому, как они называются, фрисби, по-моему, называется, да, фрисби. Кто знает, что это, поймут. Очень такой неплохой пляж. А вот расположена наша палатка. Здесь по выходным приезжает большое количество людей, именно с Одессы. Вот так вот мы расположены. В конце идет детский лагерь вот здесь вот. Очень классный. Постоянно каждый день играет музыка. Детки развлекаются по полной катушке. Очень хорошие аниматоры. Очень хорошие воспитатели. Вот такая вот пляжная линия широкая здесь. Все бесплатно, как бы. Волейбольчик можно играть и отдыхать. Итак, продолжение Панама Сити комплекса. Цены здесь за двухместный номер от 2500 гривен. Это если бронировать от 3 суток.
На одни сутки можете еще и не попасть. Очень редко бывают свободные номера. Это цены самого пикового сезона, начала августа. Итак, Грибовки примерно такая же самая ценовая политика. Если первая линия, и такие современные комплексы. Каждую ночь здесь происходят какие-то развлекательные мероприятия. Так что скучно вам не будет однозначно. За такие вот отдельные места кабинки нужно будет платить денежку. Бесплатного здесь мало что есть. Вечерком здесь очень приятно отдыхать, вдыхая приятный воздух морского бриза. Одним словом, для романтических свиданий самое оно. Площадка для отдыха, можно сказать, для всех. Мы регулярно ее посещали по вечерам с ребенком. Людей, лиц в нетрезвом состоянии мы здесь не встречали. Также можно поиграть в мини-пляжный футбол. Ребят, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. Вам это не сложно, а мне приятно. Посмотрите, ребята, как наша защитница великолепно спит. Это самоочарование. Я не смог не устоять, чтобы не зафиксировать это зрелище. Охраняет наша собака отлично. Никто не смеет подойти к нашей палатке. Так как морда у нее очень злобная, но в душе она очень добрый питбуль.